Здравствуйте! Заказала на Wildberries вот такой заварочный чайник. И сегодня предлагаю вам сделать его распаковку. Давайте откроем его и посмотрим. Чайник пришел вот в такой красивой упаковке. Открываем. Внутри чайник упакован вот в такую бабл-пленку, чтобы все пришло в целости и сохранности. Давайте посмотрим. Чайник целый, без следов сколов. Отдельно упакована крышка от чайника. Внутри вот такое ситечко. Чайник можно использовать как с ситечком, так и без. Объем чайника 1500 мл. Крышка вот так закрывается, фиксируется, чтобы не выпадало. Чайник можно использовать для заваривания чая, травяных настоев и авторских чаев. Сейчас давайте протестируем чайник на крепость стекла. Для этого я вскипятила воду. И сейчас мы с вами нальем ее в чайник и посмотрим, выдержит ли стекло. Наливаем полный чайник воды. Стекло выдержало. Все хорошо. Закрываем. Чайником можно пользоваться.